когда выходит Battlefield 2042 и как его получить. Сегодня я расскажу вам об этом выпуске. Поехали! Всем привет, дорогие друзья, зрители, подписчики канала. Сегодня я вам расскажу, как же получить ранний доступ игры Battlefield 2042 для тех, кто не предзаказал игру, пока раздумывает, смотрит всякие ролики, читает всякие комментарии. Сегодня я вам расскажу в этом видео. Давайте начнем поподробнее. Значит, друзья, смотрите. Для тех, кто предзаказал игру Battlefield 2042 Gold и Ultimate версию, получают ее 12 ноября, а в 8 утра это по великобританскому времени. А там уже, считайте, зависит от вашего региона, где вы находитесь, где вы проживаете и тому подобные дела. Но суть это главное не в этом. Главное, самая суть это про тех ребят, которые не знают, как получить 10-часовую версию игры и как ее можно получить. Смотрите, ребята. Значит, я записываю с PlayStation 5. Значит, смотрите, ребята, еще раз повторяю. Для того, чтобы получить ранний доступ к игре, 10-часовую, так сказать, версию игры, что вам нужно сделать? Значит, заходите в PlayStation Store, проматываете подписки. У вас здесь дальше появляется менюшка YaPlay. Нажимаете «Узнать больше». И у вас здесь появляются две менюшки. Это на 12 месяцев подписка, либо на месяц. Но если вы хотите просто чисто попробовать эту игру, и что с ней дальше делать, покупать или не покупать, то я вам предлагаю купить на один месяц подписку. Дальше. Она у вас здесь внизу появится, вот игра из этого меню. Просто нажимаете ее... поиграть 10-часовую версию, у вас пойдет автоматом загрузка. Дальше. Для обладателей Xbox, что вам нужно сделать? Значит, если у вас нет подписки Xbox Game Pass, вам нужно ее купить и также начать играть 10-часовую версию игры. Это для обладателей Xbox. Для обладателей PlayStation, извиняюсь. Для обладателей ПК, что вам нужно сделать? Вам нужно также оформить подписку YaPlay, если у вас нет ее, если я не ошибаюсь. Она, по-моему, так называется правильно. Если я ошибаюсь, напишите в комментариях, как она правильно называется. И вообще, в принципе, пишите в комментариях, что вообще думаете, что вы ждете, точнее, от этой игры. Понравился ли вам бета-тест, не понравился. В принципе, вот и все. Да, и самое главное еще, для тех, кто предзаказал обычную версию, стандартную версию игры Battlefield 2042, она у вас выйдет только 19 числа. Ну что, друзья, вот такое вот получилось видео у меня. Я не знаю, подробно я вам его описал или нет. Ну, смотрите, в конце повторю еще раз. Значит, для обладателей PlayStation, Xbox и ПК, для тех людей, кто заказал Gold версию и Edition версию, игра выходит 12 ноября в 8 часов по великобританскому времени. Для тех ребят, кто думает заказывать ее или нету, вам нужно оформить подписку YaPlay. Без разницы, где вы хотите ее оформить, это ПК, Xbox или PlayStation, без разницы, оформляйте на каждой платформе подписку YaPlay и наслаждайтесь 10-часовой версией игры. Так что спасибо, друзья, за внимание. Те, кто смотрел ролик, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока.